Ча. Хорош быча. Да нет, ну давайте бычари. 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 Спасибо, дружба! Мне сегодня есть на что бухнуть! У меня, конечно, еще есть футболки, но я продаю только на одну, на одном фесте, потому что это эксклюзив. Но будут сиськи, будут, но подожди! Скажи, пожалуйста, я совершенно четко знаю, что в этом мире все взаимосвязано. Инь, янь, хрень. То есть, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Ты готов отдать за сиськи свои? Выйди, покажи. Пошли, не вопрос. Давай, выходи. Что значит где? Прямо здесь. Раздевайся. Конечно, другие могут, а как же? Все, 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 хватит. Дальше мы тебя не хотим смотреть. О, сестры! Девчонки, девчули, это для вас. Богатырь, красавец, мужчина. Вот теперь я могу сказать точно. Стриптиз будет? Будет? Будет стриптиз? Будет? Нет, нет, братан, извини. Одну я уже отдал. Все. Если я буду отдавать две и больше, они перестанут быть эксклюзивными. А сисечки после группы, хоть кого, будут сисечки. Кого? Сисечку? На. Нет, ты подошел, спросил, я ответил. Не, хорошенькие будут. Не мои, мои не надо. Обожаю вас. А у меня уже есть. Не, ну просто вот так. Мне стыдно. Выпьюсь, пожалуйста. Вот такие пироги. Мне стыдно. Держись. Все мужики сволочи. Все мужчины хорошие, женщины. Поэтому эта скотина приехала на мото, блядь, сука, фестиваль, без призиков. И хочет ночевать в моей машине, блядь. Собака. Кто это? Скотина. Кто это? Это скотина. Он вроде Думаю, что он такой. Да. Нет, ведущий. Согласен. Не, ну правда он меня хочет приютить на выходные. Это мой брат. Сергей Геннадьевич. Это мой брат.